Всем здорово. Вот практически уже подошел к финальной черте. Занимаюсь подводочкой. Так посчастливилось, что я в этот момент нахожусь в Лос-Анджелесе. Решил подпитаться энергией и мотивацией в Gold's Gym на Venice Beach. Вот. А реально место запитывает энергией. Вот. Даже на безуглеводке получаются очень жесткие интенсивные тренировки. Вот сейчас делаю кардио на Голливудских холмах. Живописно все тут. Легенда, сейчас покажу вам здесь. Какие-то трэперы всякие живут. Здесь такого добра вообще полно. Ходишь там, берут Rolls-Royce под Супермена, закрасят. Вот какой-то такой рэпер с телочкой на балконе. Очень весело. За пожелания всякие. Очень приятно, по правде, что оказалось много людей, вот, которые хотят поддержать. Да, окна в пол. Хотят поддержать, какие-то пишут приятные вещи, мотивируют. На самом деле в этот момент очень нужна мотивация, потому что всегда точат изнутри сомнения какие-то. Вот. Но очень много позитива, и даже вне зависимости, да, от результатов того же самого Arnold Classic, потому что много бывает обстоятельств. Я останусь просто очень сильно замотивированным двигаться дальше. Всегда и много опыта получу. Но самое главное — выступить достойно. Потому что тут суть такая, что ты выходишь, и когда говорят, что ты представляешь Российскую Федерацию, уже твои собственные какие-то движения отходят на задний план. Вот, и ты уже представляешь именно свою страну. Это большая ответственность. Но надеюсь, я буду достоин. Вот. Привет, Краснодар. Спасибо. Вот, но показывать-то нечего, собственно, еще. Весь выжатый, как лимон, пустой. Несколько недель на низких углеводах, потом практически неделя на безуглеводке. Вот. Дают о себе знать. Вот. Чем занимаюсь? Работаю, выступаю по Men's Physique. Да, как тут правильно подсказывают, уже постепенно щеки начинают прилипать к зубам. Будем отдирать. Ну, я думаю, хорошо получится. Сейчас главное процесс загрузки провести правильно. Вот. Шоу 4 числа будет выступление. 2 регистрация. 2 я буду уже в Огайо на регистрации. Зарегистрируюсь. Вот. Насчет онлайн-трансляции не знаю, может быть, и Слабс будет там показывать, или какие-то Big, как-то у нас там называется, Get Big, вот каналы. Поэтому надо будет смотреть. Ну там есть какие-то бородатые, но их бородами особо не назвать. Вот вроде самые бородатые там отсутствуют. Ну, конечно, виделся. Мы с Артемом тренируемся усиленно. Вместе тоже решаем вопросы по поводу участия. Arnold Classic. Но на самом деле мне Артем очень помогает на подводке и поддерживает всячески советами очень интересными. Да не танцую я. Что там? Откуда это вообще взялось? Но выиграю, дадут про карту.
бицепс шоэкватор. Бипку показать. Шансы 50-50, либо проиграю, либо выиграю. О, Ригерты, обнимаю вас. Щелчок — это не моя фишка. Не, я сейчас не мощный, я сейчас литой, худенький, обезуглевоженный. Вот на пампе на тренировке, да, немножко преображаюсь. Но вообще состояние на последних стадиях сушки, когда из тебя вода начинает выходить, очень такое сложное. Начинаешь думать, что ты маленький, что ты вообще меньше всех на свете. Вот. А потом раз, памп зашел, и такой здоровенный. Сразу становишься. Думаешь, откуда что взялось? Кирюха, спасибо. Мы сегодня будем снимать тренировку в Gold's Gym. Завтра тоже будем снимать. Вот, Анечка, я тебя тоже люблю. Спасибо, питерцы. Там хорошая компания собирается. Там и Клоков, и Бычков, и Кузьмина. То есть очень интересно будет вообще, в принципе, с нашими ребятами пообщаться. Вот. Да, я тоже перископ буду. Я попрошу, если будет возможность, чтобы в перископ транслировали. А, именно выступление. Вот. Клоков тоже тут, да, он на фесте представляет свой стенд, свою продукцию. Спасибо, Краснодар. А здесь вот такие. Киев, спасибо большое. Очень приятно, ребята. По правде, здесь появилась возможность с большим количеством людей со всего мира узнать мнение по поводу подготовки. Какие-то потрясающий опыт. Я уже, будучи здесь всего там пару дней, для себя очень много подчеркнул, как с точки зрения подготовки, да, предсоревновательной, так, в принципе, тоже там тренировочного процесса. Вот. Американский бодибилдинг — это, конечно, отдельный мир. Здесь он живет немножко по другим законам. А город, ну, пробки здоровенные, в общем. Похож на, ну, немножко на другие города Америки. Некоторые районы заезжаешь, там прям реальное гетто. То есть такая, как на Кубе. Разве что окна целые. Вот. Каких конфет? Голый, ты что, совсем разгладал? Но мы как раз с Артемом будем снимать видео в Gold's Gym. Там тоже будет стенд, будет участвовать Stan Animal Pro Bodybuilder. Вот. Поэтому там привет, Рассел, спасибо. Вот. Поэтому будет достаточно интересно. Вот. Привет, привет. Здесь большой плюс в том, что здесь, конечно, солнце. Очень тяжело сушиться в России, когда весь организм подсказывает себе: не жги, сохраняй, экономь. Нам будет холодно с тобой, чувак. Вот. А здесь температура, она предполагает. Ну что, по запросам телезрителей кажу банку. 4 числа со второй регистрации начинается. ТК? А что такое ТК? А, тайские каникулы. А как они могли помешать? Ну, мне помешало в подготовке оторванное плечо. Это все. Я практически полгода потерял. И несколько раз впадал в депрессию. Но мы вообще все в одной команде, Вишенькин Тим. Мы
общаемся между собой, обмениваемся информацией различной. Это такой, скорее, постоянный движущийся процесс. Даем друг другу какие-то советы. Нет, участвовал в одной из гонок, типа там гонки гладиаторов, гонки героев и так далее. У меня старая травма незалеченная была. Ну, точнее, залеченная, но это все относительно очень. И на рукоходе расшаталась рука, и потом вылетела. Из сустава помолотила там все. Ну, ребята, по поводу выступления по московскому времени, я вам предлагаю все-таки открыть сайт Arnold Classic Amateur, посмотреть время выступления, отнять от него 11 часов, и получите московское время выступления. Привет, привет. Да не отнять. А, ну надо прибавить это, да. Все. Правильно меня Анечка поправила. Прибавить. Здесь все замечательно. Домики на горах, тут всякие писатели, там актеры живут, всякие интересные личности. Вот, реперы. Поэтому тоже интересно, заряжает такой дух, дух легенды в некотором смысле. Приятно видеть. Ну что там делать, Universal Park, времени тратить. Мне пока главное подготовиться, потом можно будет куда-то гонять. Потому что сейчас лучше не отвлекаться. Спасибо, ребята. Ну, это как, знаете, фантастика, мечта какая-то. Мечты сбываются. Ну, собственно, тут мы живем, тусуемся. Вот. Готовимся. Вот. Борода из ваты у Деда Мороза. Как-то вообще перенес очень спокойный перелет. Вот, меня даже после него еще вздуло больше, я так и здоровый. Из самолета вышел, у меня просто виняк был жесткий. Вот. Да, с Артемом тренируемся. Все, я пошел жрать свой омлет утренний. Всех обнимаю, всех целую. Спасибо за поддержку, ребят. Обещаю выходить почаще на связь, давать анонсики. Все. Пока, ребят.